друзья, всем привет! Вы на канале The Rotor. С вами Марк, Юля, Федя, и мы пригнали Майкоп. Майкоп, детка, Адыгея! Саня и Марк сзади стоят. Всем привет! Всем привет, с Майкопа. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. И снова игра, и снова Ротор играет выездной матч. Теперь уже с майкопской дружбой. Мы ехали с Волгограда сюда практически 800 километров. По времени, ну, скажем так, если бы мы в Тихорецке ночевать не останавливались, то мы бы заехали часов за 9. Мы приехали, соответственно, гораздо позже. Погода сногсшибательная. И сейчас мы вам покажем местные достопримечательности. Я в Майкопе первый раз и вообще в республике Адыгея. И я вообще очень люблю Кавказ, и все кавказские народы вызывают во мне какое-то приятное тепло. И мне нравится. И я с удовольствием любуюсь достопримечательностями. Я все сказала. На самом деле здесь все достопримечательности находятся достаточно близко друг к другу, и прям практически можно пешком пройтись. Вот, ну, самое главное, стадион и футбол мы оставим напоследок. А сейчас... Мы сейчас находимся рядом с визитной карточкой Майкопа – соборная мечеть. Она была построена в рекордные сроки всего за 18 месяцев и открыла свои двери в 2000 году. Это изящное сооружение удачно в себе сочетает и исламские мотивы, и стиль хай-тек. Она была построена на личные средства Халида бин Сакар Аль-Касими, бывшего наследного принца самого северного эмирата Рас эль-Хаймы Объединенных Арабских Эмиратов. Мы сейчас находимся на площади Дружбы, и ее украшает, помимо чудесного фонтана, мечети, такой вот памятник, он называется Дружба, или по-другому Навеки с Россией, и был установлен в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России. Этот скульптурный ансамбль состоит из двух фигур, русского воина и адыга, и вместе они держат грамоту, которая скрепила союз двух народов. Позади меня монумент единения и согласия, или по-другому памятник очаг. Он посвящен памяти жертв Кавказской войны. Почему очаг? Потому что имеет сакральное значение для адыгов и для кавказских народов, потому что очаг — это символ тепла, семьи, и этот монумент призван напомнить нам о том, как важно быть едиными. Мы посетили чудо-сувенирный магазин под названием «Чародейка». Здесь мы купили вот такие вот чудо-магнитики. По ценам очень дешево. Если кто в Майкопе будет, всего-навсего 40 рублей стоит один магнитик. Ну, единственное, где дешевле, это, наверное, только в Лазаревском покупать магнитики Сочи по 25 рублей. Мы приехали к пивоваренному заводу, это тоже достопримечательность Майкопа, и вообще это объект наследия Республики Адыгея. Он был основан в 1882 году, но в 1910 здание перестроили, но оставили такой самобытный оригинальный стиль в архитектуре. На данный момент этот завод является крупнейшим производителем напитков Республики Адыгея и Южного федерального округа. Мы заходим в фирменный магазин пивоваренного завода и попробуем найти там что-то прикольное. Интересное и вкусное. Сегодня, находясь здесь около пивоварни майкопского пива, я решил все-таки взять угощение всем своим родным по пиву майкопскому, настоящему. Ну а себе я возьму лимонад. А кто с ним победит, Ротор или Дружба? Мы, конечно, за Дружбу. Ну, пускай Ротор тоже повезет. У вас даже маечка зеленая. Ну, это ж да, логотип. Супер.
Друзья, короче, это прям прикольный магазин при заводе фирменный. Набрали просто кучу гостинцев. О себе, естественно, лимонадик. Друзьям, родственникам, Певчанский. У всех ребят сразу настроение поднялось. Естественно, кучу пива, просто Мишкевичи, смотрите. Куча пива, куча лимонада. И миссия выполнена. Ну и там уже будем отправляться на футбол. Замечательный Майкоп. Город на юге России, столица Республики Адыгея. Город основан в 1857 году и лежит на правом берегу реки Белая. Это приток реки Кубань. Население около 143 тысяч человек. Город очень колоритный, здесь интересные достопримечательности, которые мы с вами сейчас посещаем и смотрим. Я надеюсь, что вам все нравится, и мы сможем передать эту южную кавказскую атмосферу. Переменным успехом наш Краснодар, по-моему, играет сейчас. Ну, мы особо не болельщики. Молодцы, ну вы фанаты, вы такие преданные. 78. Ребят, мы приехали из Краснодара на ярмарку в честь Дня города. Вот рады вас здесь приветствовать, же тоже Волгоград, и Краснодар встречается на майкопской земле. Желаем вашей команде выигрывать, а вам нужные штучки. Ну, как бы тут Инстаграм, да, ну так же мы и стрелялись. Спасибо большое. Мы купили калимбу. Ощущение просто... Мы давно хотели купить такую калимбу, это такой музыкальный инструмент африканского происхождения. И она довольно проста в изучении, она компактная, можно брать с собой, и у нее очень приятный и умиротворяющий звук. И теперь у нас есть калимба из Майкопа. Причем, ребятки, синего цвета. Красивейшим местом в Майкопе является центральный парк или горсад. Он был основан еще в 1866 году. И свой уникальный красивейший вид это место получило после множества реконструкций и дополнений. И сейчас это место может похвастаться живописным парком, аттракционами и, самое главное, колесо обозрения, куда мы сейчас и пойдем. Ребят, футбольчик любите, на дружбу ходите? Нет, простите, мы любим баскетбол. Мы баскетбол, да. Баскетболисты? Да. Тренируйтесь? Конечно. Спасибо. Я здесь был последний раз 5 лет назад. Вот этот вот огромный бассейн, здесь немного было все заброшено, но сейчас реконструкция идет. До 2022 года, до конца они должны это все сделать. Здесь будет огромнейший бассейн, где можно купаться. А стоимость всего-навсего 100 рублей с человека. Мы идем сейчас туда кататься на колесе. Если у вас есть возможность посетить Майкоп, посетите Майкопский горпарк. Здесь очень много интересного, вкусного и замечательного. Особенно колесо. Я пошел. На чили, на расслабоне. Короче, я лимонад, ну типа не пью вообще, и последний раз лимонад пил лет 5 назад. Но вот ради этого местного лимонада я готов был пойти на эти жертвы. Друзья, отсюда видно башни световые стадиона «Дружба». И это маленький намек на то, что уже скоро футбол. Да, друзья, виды шикарные. Отсюда видно и мечеть, отсюда видно стадион, отсюда и пивзавод видно, отсюда видно филармонию и так далее, и тому подобное. Если у вас есть свободное время, если у вас есть свободные пару дней, чтобы посетить какую-либо республику, Майкоп рекомендую. Ты как, братан? Отлично, хорошо. Нормально? Добрался хорошо? Добрались отлично, жарковатая погода на самом деле, блин, в Волгограде замерзли, а здесь прям припекло. Хочется уже, блин, на матч на самом деле. Что успели посмотреть? Блин, вот только парк пока на самом деле посмотрели и все. И вот речка вот. Жарко очень просто ходить. Сейчас будет на стадионе еще жарче. Да, еще 2 часа шизить. Ждем футбола, ждем победы. Ждет победы Волгоград!
Они не с нами. Мы доехали хорошо. От матча ждем только победы. 4-2 нам сказали, что мы выиграем. Ну вот уже в парке, ближе к стадиону, мы начинаем встречать своих друзей, наших болельщиков. Все уже ждут матча. Тяжеловато, конечно, гулять по такой жаре, но мы не унываем. Жара нас только закаляет. Мы находимся сейчас у драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Это здание начало работать еще в 1900 году как Народный Пушкинский дом, а в 1936 получил статус театра, и он чтит и сохраняет традиции и принципы репертуарного театра. Очень нравится Майкоп, а еще мне очень понравилось, что с кем бы мы ни пообщались сегодня, с продавцами, просто с жителями, все очень улыбчивые, все очень добрые, все всегда отвечают, не отмахиваются от нас. Это здорово, это очень приятно. Я вообще люблю такие города, потому что у них свой какой-то такой приятный, уютный колорит, в общем, везде, везде уютно. Друзья, мы решили подкрепиться перед стадионом. Вообще, мы искали к себе в коллекцию магнитик, именно металлический. Но в Нальчике мы такой не нашли. В Майкопе здесь тоже найти не можем, но зато нашли вкусную... Вкусную еду, короче. Это называется халюш. Это чебурек с адыгейским сыром. Вот так вот. А еще вкуснейший облепиховый чай. Ребята, совсем чуть-чуть остается до футбола, буквально час, поэтому мы сейчас быстренько кушаем, выдвигаемся на стадион. Быстренько расскажем вам про команду и начинаем. Так, мы уже направляемся к стадиону, и наш сегодняшний соперник – местная команда «Футбольный клуб «Дружба». Эта команда основана в 1963 году. Свои домашние матчи проводит на уютном и замечательном стадионе вместимостью 15 тысяч человек под названием «Дружба». Вплоть до 1991 года «Дружба» играла все время во второй лиге, но в 1991 году на 7 лет она поднялась на ступень выше, играла в первой лиге, и сразу же в первом сезоне на новом уровне команда дошла до 1/2 финала Кубка России, где проиграла Торпедо со счетом 1-0. И, соответственно, в этом же сезоне команда заняла 4-е место, которое является до сих пор наивысшим достижением для этой команды. Ну и, соответственно, с 1999 года и по сей день команда играет во второй лиге. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 1 победой, 2 ничьими и 3 поражениями. Хоть и стадион вмещает у них 15 тысяч человек, но на домашние игры приходят порядка 450-500. Ну, наверное, благодаря ротору сегодня будет чуть побольше. Не думаю, что будет 1000, но человек 700 точно должно быть. Благодаря нам, может быть, до 1000 и дотянем. Да, и забыл сказать, что главный тренер «Дружбы» Ашамас Шаков, уроженец города Нальчик, проработавший в клубе «Нальчик», перебрался совсем недавно сюда и пытается поднять местных ребят. Настроение футбольное, и увидимся на стадионе. Итак, друзья, вы приехали сегодня сюда, на стадион «Дружбу» в Майкоп, с Кубани, болеть за «Ротор». Да, красавцы, все. Красавцы. Для чего? Поддержать. Поддержать. Да, потому что «Ротор» и «Кубань», мы дружим. Одна семья. Мы с вами, с «Роторами», мы дружим. Не один год, не первый, не второй. Давным-давно дружим. Даже специально для этого были выпущены розы такие, эксклюзивные. Потому что мы с вами, с «Роторами», дружим всегда. И дружили и будем дружить, ребята. Это супер. Вперед за «Ротор»! Вперед за «Ротор»! Вперед, Кубань! Вперед, Кубань! А еще так. Только «Ротор» и «Кубань». Только «Ротор» и «Кубань». Только «Ротор» и «Кубань». Ну что ж, друзья, мы с вами на республиканском стадионе «Адыгея», Майкопа, стадион «Дружба». «Ротор», «Дружба». Вперед за «Ротор».
2. 0-3. Ну как настроение перед матчем? Замечательное. От поражения ждем отошли. Ждем победы. Отошли. Отошли. Уже в прошлом. Ждем новых побед. Без победы не уедем. Зря мы что ли приехали. Только роторный Кубань! Только роторный Кубань! Что ж, друзья, все готово к началу матча. Стороны распределены, заряд получен. Болельщики на своих местах. Да понесется игра. Что ж, друзья, начало положено. Свисток дан. Пока что ребята из дружбы начинают позиционную атаку. Ротор перехватил, но опять перехват, откат назад. Будем посмотреть, будем следить за этим шикарным матчем ротора. Наш ротор! Мы будем с тобой, ты только борись за медали. Споров досадили, ну и хуй, разве мы об этом вспоминаем? Кто-то не бомжует, тот не фэн, левыми того мы называем наш ротор. Ну что ж, вторая минута, первый угловой, ворота дружбы. Естественно, слышно только наших ребят. Два мужичка пытаются, но нет, не заглушить, нет. Когда наши запевают, заглушить тяжело. Друзья, так скажу, игра совсем даже равная. Дружба прям уже который раз подкрадывается к нашей штрафной, но пытаются играть забросами, но мы справляемся. А еще у нас поддержка супер отличная, все как обычно, просто пушка. Друзья, вы это видели? Это было очень опасно. Это была ошибка. Это было очень опасно. Я же говорю, они подкрадываются и подкрадываются к нам. Нельзя так, ребятки. Давайте соберитесь уже. Немножечко сейчас подприжали наших игроков. Но наши справились. Кокарев, естественно, в игре. Кармаев вышибает мяч как надо. Кстати, что я могу сказать? Я могу за первые 10 минут матча, в принципе, отметить вратаря дружбы. Хорошо командует игроками. Всегда, в принципе, там, где надо. Болельщики дружбы тоже молодцы, но выше ворот сейчас удар был. Вот за Никиту, что болеем. Земляк наш, земляк. Никита лучший. А вы, я так полагаю, с Краснодара, да, приехали сюда? Или вы здесь местные, майкопские? Не, мы со станицы, с Дундуковской. Откуда Никита? А, вон что, то есть вы прям конкретно земляки парни. С одной станицы мы вместе играли, вон, тренировались. За колхозский клуб играли. Он играл, колхозский, я уже понял. Обалдеть. Ребята приехали с поселка, где жил и вырос Никита Кокарев. Они приехали болеть за него. А Никита уже выручил пару моментов. Сейчас угловой. Никита первого мяча. Фу. Круто. Сегодня очень много человек приехали поддержать роторы, это неожиданно и очень приятно. В общем, атмосфера самая что ни на есть, дружественная. Жарко очень, купаться хочется. Надеюсь, скоро забьем. Так, ребятки, ну я так скажу, что ротор, в принципе, взял уже на себя игру, но ничего опасного не происходит, Никита Кокарев всегда в игре. Настроение у нас у всех отличное, мы верим в нашу команду. Смотрите, какая поддержка, просто супер! 3 сентября! Брат! Вы это видели, Никита Кокарев снова в деле. Молодец, Никита. Мало того, прям из-под перекладины, так еще и в девятку прям четко мяч летел, он его вытащил и отправил на угловой. Да,
33-я минута, дружба забивает. Блин, перекрыли целиком и полностью мяч. Не видно было мяч абсолютно. Прям под коленки Кокарева попал. Там без вариантов было вообще, в принципе, что-то сделать. Ну ничего, 33-я минута, открыт счет. Интереснее становится смотреть игру. Мстители! К бою! Шикарный момент. Бутареевич чуть-чуть мимо ворот. Прям около штанги прошел. И конец первого тайма, друзья. Конец первого тайма. Счет 1-0. Маяковская дружба впереди. Сейчас все уходим на перерыв на 15-минутный. А дальше будем зажигать. Как вам атмосфера? Как вам? Обалденно. Огонь. На поле, да. А вот трибуны вот так вот зажигают. Мы надеемся, что во втором тайме мяча 3 забьем и выиграем сегодня. Верим в это, в команду верим. Обидно, досадно, но мы победим. Победим. Конечно. Мы верим в команду, самое главное. Настроение отличное, но проигрываем 1-0. Очень плохо. Я думаю, второй тайм можем исправить. 2-1. Ротор, только победа. Ну чё, как? Охуительно. 3-1, ждем во втором. Вперед за ворота. Вперед за ворота. Второй тайм. Наши ребята атакуют в ту сторону, где наш фан-сектор. Вперед за ротор, друзья. Мы все с тобой, ведь мы сильнее, и мы сильнее. Мы победим. Не устанут голоса наших болельщиков. Просто не устанут. Вперед на слух, вперед, родной. Иди вперед, да не врагов, мы все с тобой. Up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard. Вваливает Стукалов пока потихонечку, вваливает. Сильнее надо, смелее надо. Алексей Борисович, сделай это. Что было-то? Этот летел в него, этот влетел в него. В общем, борьба, этот упал и все. И тут сразу свисток, блядь. 63-я минута матча, и фанаты уже, так я скажу, на нервах немного. Блин, мужики, ну это просто какая-то вата вообще. Вы же умеете, вы можете играть. Как манная каша с комочками. Вот такая игра сейчас. Ребят, давайте. И верим. Мы вас верим, ребята, давайте, вы можете. Ну что, друзья, 80-я минута, Андрей Козлов наконец-то забивает свой гол. Только сегодня я хотел сказать, что, блин, Андрюха, ну докажи, что ты нападающий. Сделай дело, зарешай, покажи. Вот он, зарешал, блин. Ну, короче, какую-то козюлю прям забили, но забили. Я солидарна. А давайте еще пару козюль таких и все. Да, прям вот так вот, короче. Восемьдесят четвертая минута и дружба забивает. Казалось бы, только все исправилось, только все смогли. Козлов! Дубль! И опять передача Магомедова! Делают свое дело, блядь! Вот как надо доигрывать до конца! Короче, 2-2, ребята, на 89-й минуте. И время уже почти не остается, блядь. Я не знаю. Тоже какой-то матч из разряда футбола.
фантастическим. Короче, блядь, не знаю даже, сука, как сказать. Неприятное ощущение, хоть еще 2-2 от игры. Блядь. Если бы они все время нормально играли, были бы нормальные впечатления от игры, а то они как-то сначала вот весь первый полтора тайма. Ну, в общем, только сейчас заиграли. Короче, 90 минуты, ребята, 90, счет 2-2. Андрей Козлов делает дубль и сравнивает счет. 2-2. Ух, блин, концовка. Ух. Короче, просто первая атака, дружба, и влупливает такую банку. Я не знаю, что случилось, команда, счет 3-2, это пиздец какой-то, блядь. Я не знаю, ну как так вообще просто? Что происходит с командой? Блядь, объяснений абсолютно никаких вообще. Мы приехали сюда за 800 километров поддерживать вас. Давайте, ребята, давайте, соберитесь уже. Блин, ну такие провалы в защите, это просто, блин, звездец. Ты не успеваешь отыгрываться, как тебе, блядь, просто еще залетает. Я просто не понимаю вообще, как это, блин, где защита вообще в принципе? Ему дали просто свободно пробить и все. 3-2, друзья. 91-я минута. 3-2. Мать ее, сука, 3! Ахмедханов сравнивает счет! Да! Сила воля есть! И сила есть, и воля есть! И силы воли много! Ребят, мне не то, что жалко нас, болельщиков Ротора, мне жалко болельщиков дружбы и футболистов дружбы. Потому что Ротор забил на 94-й или 5-й минуте и счет 3-3. Настроение меняется с космической скоростью просто. Спасибо, что доборолись до конца. Знаете, что случилось сегодня? Сегодня победила дружба. И на этой веселой ноте, друзья, игра подошла к концу. 3-3! Дружба! Ротор! Что я могу сказать? Сань, победила дружба? Победила дружба, ребят! Никто не выиграл! Парни, красавцы! Настоящие мужчины! Ну что, друзья, это был очередной крутейший выпуск, крутейший выезд. Валидольная игра, самая, наверное, валидольная игра. Красавцы. Красавцы, ребята. Верим в вас. Мы всегда вас поддерживаем, да. Мы всегда с вами. Подписывайтесь на канал. И вперед, за Ротор! Вы пробовали шаурму? В двух кварталах отсюда делают какую-то шаурму. Не знаю, что это, но мне хочется.